Приветствую всех, с вами Лилия Донскова, и в этом видео мы сделаем обзор новой сентябрьской распродажи, которая уже стартанула в 10 часов 1 сентября, и она продлится до 10 вечера по московскому времени до 7 сентября. То есть у нас есть целая неделя с вами, чтобы себя побаловать какими-то волшебными продуктами из компании Oriflame. На что нужно обратить внимание? Так, давайте пошагово. Первое. Если вы сделайте себе покупочку на 199 рублей из этой распродажи, то вы можете заказать для себя футляр, вот такой вот шикарный футляр для губной помады всего за 55 рублей. Учитывайте, что в распродаже у вас от всех цен, которые здесь указаны, еще отнимается 20%. Это уже внутренняя цена консультанта. Итак, на каждые 199 рублей вы можете взять один футляр для помады. Я могу сказать, что это потрясающая штучка, когда вы достанете этот золотистый, красивый футлярчик и щелкните вот эту великолепную заклепочку, то вы привлечете внимание многих людей. Но если вы еще и достанете роскошную помаду Giordani или любую другую, которую вы любите, и накрасьте губы в удобное, вытянутое такое зеркальце, которое расположено в крышечке футляра, то это, конечно же, произведет фурор. Это очень удобно, это красиво и просто, да, трендово. Супер! Что можно взять в распродажу для себя интересного? Я, конечно же, рекомендую обратить внимание на парфюм. Туалетная вода Blue Wonders с морским легким ароматом, таким притягательным, волшебным. Потрясающий красивый дизайн, поэтому аромат может быть прекрасным подарком как для себя, так и для других. Роскошное мыло «Райский Бали». Так, ну, крем вы разберетесь. Шикарный продукт по очень приятной цене. Всего за 1199 рублей. Антивозрастные капсулы. Рекомендуются для девушек 45+ возраст. Капсулы применяются курсом на ночь. Вы наносите на очищенную кожу. Одной капсулы хватает на все лицо и шею. Вы распределяете эту уникальную концентрацию масел на своей коже. И вот кожа становится просто уникальная. Она такая бархатистая, такая роскошная. Конечно же, после такого курса стимуляции кожа омолаживается. Она не только выглядит моложе, она и визуально, и на ощупь становится более упругой и приятного цвета. На что еще обратить внимание? Это потрясающие лаки «Жидкий песок». Ну, они просто маленькие волшебники. Прекрасные оттенки, потрясающая текстура лаков. Такой жиденький песок у вас будет на ногтях. Это сейчас крайне модно. Да, и такие цвета как раз осенние, очень модные, приятные оттенки на любой вкус. А еще мне в этой распродаже очень нравится помада «Роскошь сияния. Сияющий рубин». Действительно, очень глубокий осенний цвет, который подойдет под, пожалуй, любой макияж. Ну, конечно, более я склоняюсь к вечернему, но если ваша цветовая палитра, да, ваша контрастность позволяет вам носить днем яркие оттенки, то я могу сказать, что это сейчас очень модно такие глубокие, сочные оттенки. И прям если вам подходит такой цвет, побалуйте себя, потому что Giordani за 349 рублей это более чем приятно. Все так же еще у нас модные колечки, которые мы можем одевать на разные фаланги пальчиков. Это все-таки еще в тренде. И мой любимчик это шарф Paradise. Вы знаете, подобного качество в Oriflame еще не было ни разу. Это что-то необыкновенное. Это потрясающий аксессуар, который вы вот просто имея у себя в коллекции дома, да, чувствуете себя просто великолепно, потому что это так красиво, это так сочно. И благодаря различным сочетаниям, то есть очень много ярких сочных оттенков, этот шарф подходит под разнообразный гардероб. То есть он не требует какого-то одного оттенка. То есть любые вещи, которые у вас есть, белые, черные, красные, малиновые, фиолетовые, зеленые, желтые, коралловые, то есть, да, в сочетании с этим шарфиком, да, все заиграет, все станет богаче и
наряднее. То есть глаз оторвать просто невозможно. И на ощупь, вы знаете, я получила такой эстетический экстаз, когда я впервые увидела этот шарф и взяла его в руки, то ну вот просто, ну все, просто весь мир остановился, да, и просто вот кайф от этого ощущения, как для рук, да, на ощупь. Кто кинестет, меня поймет. И также визуально, это что-то необыкновенное. Далее, хочу также остановиться на вот этом потрясающем продукте. Это сумка-коврик для пикника. Я считаю, что такая вещь должна быть у каждого человека. У каждого. Если вы любите природу, отдых, то пусть он будет всегда с вами. Потому что где бы вы ни захотели приземлиться, пусть это мягкая травка, да, покрытая росой, пусть это там песчаный пляж или просто земля, и может быть даже влажная, вы бросите вот этот вот удобный коврик. С одной стороны, у него идет такая пропиточка, то есть он не пропускает влагу. С другой стороны, это мягкий такой пледик, уютный, красного, роскошного цвета. И вы поместитесь туда компании 2, 3, 4 человека и сможете перекусить, да, что-то вкусненькое, просто посидеть, посозерцать красоты природы. Вот это вот наступление осени, будет скоро такая красота, когда начнется бабье лето. И вот эта сумочка будет вам прям кстати, очень кстати. Обратите внимание вот на эту маленькую полосочку с непонятным кругляшком. На самом деле это ремень. Настолько красивый, шикарный ремень с брошью. Его ширина примерно где-то 1,5-2 сантиметра. Да, наверное, 2 все-таки, не 1,5, а 2 сантиметра. То есть он тоненький, он изысканный, он подойдет под юбку, под брючки, под платьишко, да, вы его сможете одевать на удлиненную блузу, которая предполагает ремень. Самая интересная деталь – это брошь, которая очень тонко выполнена с черными камнями, то есть само основание броши золотистое и черные камни, и благодаря этому она вся играет и сверкает. Очень дорого смотрится, то есть это не какая-то там наляпана, да, в Китае на подпольном производстве. То есть это очень дорогая, красивая, изысканная штучка. И я считаю, что такая вещь вам будет очень кстати в гардеробе, потому что вы сможете носить как ремень, так и брошь, которую вы приколите на лацкан пиджака или на блузу, на платье. То есть у вас сразу образ заиграет совсем по-другому. Далее, щеточка для ногтей, это понятно. Обратите внимание на жемчуг. У нас здесь представлены серьги и кольцо. Это одна коллекция. Вы сразу видите, это очень красиво. У меня есть такой набор. Кстати, к нему еще есть бусы, но здесь они не представлены. Все очень классно сделано. Потрясающая новогодняя скатерть. Хотя ее можно использовать круглый год. У меня взяла такую скатерть родственница. Стелит ее и на 8 марта, на день рождения 18 июля, который у нее проходит. И всегда это ярко, празднично. И ни у кого не возникает вопрос, а что это снежинки постелила летом? Вы знаете, настолько она нарядная, создает состояние вот, прекрасного праздника, что да, вопросов не возникает. Шарф, элегантная геометрия. Это просто как аксессуар. Вы знаете, он такой скользкий достаточно, да, ткань не, да, если вы любите мягкие струящиеся ткани, то это не про нее. Это какая-то очень такая синтетическая ткань. Даже не могу подобрать слова. Ну, честно, у меня не вызвало восторга, но рисунок красивый. И если вам нужно дополнить гардероб вот такими оттенками, да, он очень красивый, вот сочетание таких кофейных, шоколадных и бежевых оттенков, то, конечно же, как красивая штучка, да, но по функциональности, как там согревание какое-то, мне это не подошла вещь. Ну, приятная штучка золотая такая, если вы любите, то вот такой вот, как цвет аметиста, такой яркий сиреневый оттенок, очень красивый, да, будет вам кстати. Пояс Сэйди. У меня такой тоже пояс есть. Мне нравится качество, мне безумно нравится цвет. У меня такая же еще сумка, потому что это была коллекция Сэйди. И поэтому в сочетании, просто если с чем-то подходит, то знаете, что этот цвет очень модный в этом сезоне.
И поэтому дополнение гардероба тоже классное. Мне нравится вот эта подставка. Ну, шарик это на вкус. А если любите заниматься с ногтями, то вот это вот все в ажуре, коллекция, да, вам подойдет. То есть у нее наклейка основы, такие кружевные ноготочки, вы обрезаете по форме своего ногтя, приклеиваете, сверху покрываете прозрачным лаком или закрепителем. Конечно же, красиво, но здесь нужно будет немножечко повозиться, да, чтобы сделать вот под себя, как вам надо. Так, обложка, сами разберете. Ну, кстати, пользуюсь с удовольствием вот этой формочкой. Ну, шоколад мы в нее не заливаем, а вот лед постоянно. Постоянно. Мне нравится, что здесь есть маленькие такие кусочки, которые легко пролазят в любую бутылочку, да, даже с маленьким горлышком, а которые покрупнее мы просто кидаем в стаканчики. А все лето она нас прям спасала. И за счет того, что она силиконовая, из нее очень удобно доставать эти кусочки. Но зимой, я думаю, мы будем использовать ее уже для чего-то сладенького, как шоколад. Классная маечка, очень дорого смотрится, такая приятная ткань, рисунок на ней волшебный, очень стильно. Да, стильно, уверенно, спокойно. Для деток футболка, ну, может быть, да, у вас вопрос задаст, солнцезащитная. Лето кончилось, тут футболка. Ребят, ну возьмите на следующее лето. Может быть, вы зимой полетите куда-нибудь на отдых, потому что для детишек очень важно создать максимальную защиту от солнца, чтобы они не обгорали, чтобы не развивались раковые клеточки в организме. То есть это будет великолепное дополнение тоже в пользу защиты детей. А самое главное, она очень красивая. Она очень красивая, яркая, такая эффектная. По возрасту, если я не ошибаюсь, но вы можете сами погуглить. Код просто так вот копируете. Код и название. И посмотрите, на какой возраст. Ну, по-моему, где-то порядка 4-5 лет. 4-5. А далее, карандашики для глаз. Выкручивающиеся. Вы знаете, некоторые девушки не любят выкручивающиеся карандаши. Но я вам могу сказать вот честно, если говорить об этих карандашах, они волшебные. Да, во-первых, я их в основном использую для подводки нижнего века в ресничках. Оно прокрашивает великолепно, они не текут, не съезжают. Великолепно держится в течение дня. Если вы хотите сделать цвет более эффектный, то просто проведите сверху еще тенями по карандашу. Он еще более закрепится и станет более ярко, эффектно. Я в восторге. Карандаши просто вау. Самое главное, их так надолго хватает. Честно, я не ожидала. Думала, выкручивающийся карандаш, значит, его там буквально на пару месяцев. У меня такой зеленый карандаш, искристый зеленый. Уже год я им пользуюсь, практически каждый день я подвожу им глаза, нижнее веко целиком, и он до сих пор у меня служит. Ну, опять же, водостойкая тушь, зачастую, да, она часто может вам пригодиться, особенно если планируете путешествовать. А далее, ультрастойкие тональные основы, много оттенков, вы подберете себе тот, который вам нужен, потрясающий ценник, 60% скидка, и они классно лежат, особенно обладательницам жирной кожи или склонной к жирности, это выход. Это действительно вариант, когда вы свое лицо в течение дня будете видеть матовым. И это кайф. А еще он сужает поры. То есть этот крем наносится коже вообще ровно, идеально. Для обладательниц сухих поврежденных волос у нас есть потрясающий классный шампунь. 199 рублей всего. И вот мой любимчик. Добрались мы наконец-то до сочного арбуза. Всего за 125 рублей. Прямо сейчас буду делать заказ. Набью себе, наверное, 5 банок. У него небольшой объем. По-моему, 150 миллилитров. Но он очень маленький расход имеет. То есть вы не поверите, но его надо так мало, чтобы увлажнить кожу. Он как будто бы растекается по коже, оставляет просто после себя шелковость, бархатистость и аромат. Вы знаете, с вами еще долгое время будет лето, потому что этот аромат сочного арбуза, он действительно напоминает о ярких солнечных днях. Обратите внимание на тушь Giordani, тоже очень выгодное предложение. Giordani это всегда в тренде, также подводка. И вот маленький такой секретик, смягчающий бальзам для ухода за кутикулой.
вот честно, никогда не обращала внимания на эту маленькую вещичку. Как-то купила, но не пользовалась. А однажды посмотрела ролик, записывал наш коллега Екатерина Бахаева, и она прям показала, как она делает маникюр. Я была поражена, что она нанесла вот этот крем буквально несколько минут, потом просто отодвинула кутикулу, и все, то есть ногти стали такие ухоженные, красивые, ничего, никакой бахромы, махромы, ничего нет, никаких там заусенцев, все четко, гладенько, ровненько. И вот после этого я стала пользоваться этим кремом, бальзамчиком постоянно. Мне нравится еще, он так пахнет вкусно, такой ванильный аромат потом от рук идет долго. Ну, я в восторге, тоже рекомендую. Про эти карандашики ничего не расскажу, потому что никогда такими не пользовалась, я не понимаю. Я могу понять вначале, они остренькие, но когда вот оно сточится, как пользоваться уже вот этим тупым, только как тени, наверное. Ну, я не ас в этом. Бальзамы для губ, розовая мята и солнечный цитрон. Тоже моя дочка в восторге, я ей постоянно их заказываю, то один, то другой. Такие классные бальзамчики, уход за губами великолепный, при этом дают цвет. Приятный такой цвет. Так, что здесь еще шикарное? Да, мы уже практически, наверное, заканчиваем. Дезодорант для интимной гигиены. Ну, однозначно, да, нужен всем, по-моему, девушкам и женщинам всегда, круглый год. И интимный гель тоже. Обратите внимание, цены в каталоге сильно подросли на него. Он пользуется безумной популярностью, постоянно его разбирают, на складе бывает не остается. Прекрасная цена, всего 159 рублей, надо брать. И добрались еще до одного моего фаворита. Это имбирный скраб для тела. Вот если вы его не пробовали ни разу, то вот что бы я вам сейчас не рассказала, после того, как вы его попробуете, вы скажете, что я ничего не рассказала. Потому что это такой восторг. Вы знаете, в нем содержатся натуральные масла и отшелушивающий компонент. После того, как вы наносите его, скраб этот на кожу, и проходите все тело, от кончиков, от пальчиков на ногах и все тело, да, вот аккуратненько только в зоне декольте, потому что здесь у нас все должно быть очень нежненько. А вот все тело вы можете прям от души пройтись, особенно если вы в баньке паритесь, то возьмите с собой этот скраб и сделайте прям в парилке, когда вы уже делаете второй заход, после того, после первого, когда поры открылись, да, прочистились, вы смыли всю грязь, пот и так далее, вот во второй заход возьмите с собой баночку прям в парилку. Немножечко посидите и начните прорабатывать всю кожу. Посидите, чтобы все это масло повпитывалось, поработало. И выйдите, просто уже смойте водой и не вытирайтесь. Или ну, просто промокните полотенцем или накиньте махровый халатик мягкий. И дайте маслам впитаться. Дайте им впитаться до конца. И вы через где-то 20 минут, когда пройдет, 20-30 минут, да, у каждой кожи по-разному идет процесс вот этот впитывания масел, вы свою кожу не узнаете. Вы будете трогать свое тело, вы, кстати, сравните ощущения, то есть потрогайте до того, как вы это сделаете, и после. Вы свою кожу просто не узнаете. Вот, знаете, у меня аж слюни текут сейчас, я вот вспоминаю вот эти ощущения. Вот сегодня обязательно сделаю такой себе подарок. Да, после ванны, после душа то же самое. В бане просто эффект усиливается. Это бомба. Вот я кому давала пробовать, вот мы ходим часто в баню с подружками, и все потом этот скраб заказывают, и заказывают постоянно. Даже несмотря на цену, я считаю, это недешево. Да, такая баночка, но недешево. Но оно того стоит. Это круче, чем сходить на спа-процедуру в салон. Круче. Мне есть чем сравнивать, да, но спа-процедура стоит в районе 3000 и больше. Одна процедура, которую с вами буду делать, примерно 1,5 часа. Здесь же вы можете этих процедур сделать несколько. Ну, как минимум, где-то на 15 процедур вам хватит этой баночки. Так вот, посчитайте, дорого это или нет. Это просто ни с чем не сравнимо. Ну, про пасту Орифлейм можно вообще легенды рассказывать. Просто возьмите и попробуйте. Парфюмы рекомендую выписывать сначала тестеры.
да, потом делать выбор, потому что парфюм, как одежда, его нужно одеть на себя, поносить, пожить в нем немного. Потому что первые нотки, они могут вам показаться резкими, а они исчезнут через 20 минут, и сердцевина, которая раскроется во всей красе, она вас просто поразит. Да, шлейф завершит свое действие, а шлейфные нотки, они просто вас сведут с ума. А может быть, наоборот. Вы такой, что верхние нотки яркие, какие-нибудь цитрусовые, да, какие-то вам нравятся, а сердцевина и шлейф уже немножечко не то. Да, смотрите по составу ароматов, да, и вот выбирайте свои нотки и подбирайте сочетание, которое вам подходит. Поэтому лучше выписать тестер, попробовать погулять в нем, а потом уже брать большой оригинал, убедившись, что он вам действительно подходит. А что еще нужно? Нужно каждому человеку в каждую семью. Прям запишите себе вот этот вот код, выпишите несколько наименований, потому что всего 179 рублей, это вообще катастрофа, как дешево. Выпишите себе такой дезодорант, если ни разу не пробовали, попробуйте, и он станет вашим фаворитом. Потому что это не просто освежающий, многие, может быть, думают, ну это летом, когда жара. Ребята, вы сейчас засуньте свои ножки в ботинки, да, то дождь идет, то солнце, осенью, да, такие перепады температуры, утром холодно, днем может быть жара, а вы утром ушли в ботиночках закрытых, теплых, и ножки просто начинают гореть. Вот этот спрей вас спасет от пожара, от неприятного запаха и от отеков. То есть он многофункциональный и он волшебник. Вот с большой буквы этот спрей, это легендарный спрей Oriflame, он просто волшебник. Какие чудеса творит с ножками. Кто страдает варикозным расширением вен, отеками, просто наносите на всю поверхность ноги, до коленок можно наносить. И самое интересное, что можно носить даже через капроновые колготки. То есть колготы не пачкаются, не остается никаких пятен, следов. Да, все очень круто. Самое главное, эффект. Ножки легкие, волшебные. Вы можете пробежать еще столько же, сколько до этого. Далее у нас тут кремики классные, тоники. Да, это уже по своему состоянию кожи. Смотрите, по возрасту, по типу. И завершу я свое выступление тоже волшебником. Есть вот в Oriflame некоторые вещи, которых нет нигде. Да, это вот как раз скраб, о котором мы говорили. Это вот этот дезодорант и масло чайного дерева. Вы знаете, вот этот маленький флакончик, по-моему, там всего 10 или 15 миллилитров, хватит вам его очень надолго, на сезон обычно, вот на зимний, чтобы сразиться там с прыщиками, с простудой, с порезами, хватает с лихвой. Обычно кому-то на год хватает, кто-то его льет больше на полгода. Но расход очень маленький. Что он делает? Все. Вот если у вас перхоть, капните несколько капелек в шампунь, когда моете голову, налили шампунь в ладошку, и 2-3 капельки капните маслица, смешайте с шампунем, помойте голову. Можете просто сделать процедуру втирания в кожу головы, но с последующим смыванием, потому что у него достаточно такой, ну, сильный запах. Он приятный, но он не духами, конечно, пахнет. Далее, если у вас прыщики, можете как на ваточку капнуть, приложить или просто помазать, пройтись аппликационно по прыщикам. Если кожа воспалена, да, идет такое какое-то на ней неприятное покраснение, воспалительные процессы, вы можете также, взяв крем, капните в него несколько капелек, смешайте и нанесите на всю кожу. То есть будет более глубокое проникновение масла. Оно идет антибактериальное, антисептическое, ранозаживляющее, чудотворное, вообще просто необыкновенное. Если у вас насморк, возьмите чайную ложечку и сделайте один к двум, например, одну часть масла, две части воды. Но я обычно на глаз это делаю, несколько капелек водички и 2-3 капельки маслица смешиваю, капаю в носик. То есть посмотрите по своей слизистой, чтобы ее не сильно жгло. То есть жжение должно быть немножечко, да, масло работает. Если вы просто воду одну зальете, то как бы эффекта никакого не будет. То есть, да, оно должно поработать. Вы знаете, я давно уже не помню, когда я ходила в аптеке. Чтобы вот при простуде я использую просто это масло. Каждый час я полоскаю горло, да, если я чувствую, что какой-то вирус или переохлаждение и пошло свербить,
Я просто беру это масло и начинаю капаю в нос, полощу горло каждый час. То есть буквально раз 5 за день я капаю в нос, ну 4-5 так, с небольшим интервалом. Желательно капнуть и полежать, чтобы оно хорошо поработало. Потому что если вы капнете и дальше побежите, то масло останется у вас, как говорится, ну, в носу, не проникнет в носовые пазухи. То же самое горлышко. Просто если каждый час вы будете полоскать, то инфекция просто не будет выхода. Единственное, это выйти вон. Далее, если вы порезались, обожглись, вас укусило какое-то насекомое или животное, просто обработайте ранки. Обработайте эти места, ушибов, ожогов, порезов, укусов. Обрабатывайте периодически. Все очень быстро заживляется. У него мощный ранозаживляющий эффект у этого масла. А что еще могу сказать? Ну, показаний много. То есть здесь и геморрой, и молочница, как бы псориаз, грибок убивает. Если неприятный запах ног, прям сильно неприятный, значит грибок. Вам нужно поменять носочки на новые, сделать хорошее распаривание ног, очистить скрабом, скрабом хорошенько все потом смыть. И наносить масло на чистые ножки, чтобы именно убить грибок. То есть везде между пальчиков, на ногтевые пластинки, под ноготочки, да, можете ватной палочкой пройтись. То есть вам нужно грибок просто уничтожить. Но если он у вас живет в носках, в старых ботинках, то, конечно же, может быть посложнее процесс излечения, потому что может заново, да, он переселяться. То есть грибок может жить даже в носках после стирки. Да, это надо кипятить их просто, чтобы убить все это. Но вот, как показывает практика, люди вылечиваются раз и навсегда. Это очень круто. А еще хотела сказать про вернуться к скрабу. Есть такой нюанс. У некоторых людей есть проблема, когда трескаются пятки. То есть кожа грубая, трескается, лопается, неприятные ощущения, болезненные до такой степени, что трудно ходить. Так вот, что мы делаем? Просто распариваете ноги, хорошо распариваете, промакиваете их полотенчиком и наносите вот этот скрабик, да, маслянистый, толстеньким слоем и аккуратненько, да, массируете. И можно просто посидеть 10-15 минут, 20, сколько вы можете себе позволить, чтобы масла поработали. И после этого просто смываете, промакиваете полотенцем, наносите жирный крем для ног или маску для ног. Кстати, в Oriflame потрясающий выбор этой продукции. И, наверное, лучшего я еще не видела. Вот все, что касается, да, ухода за телом, лучшего я еще не видела. И просто, да, вы сделаете такие процедуры, у вас очень быстро уйдет вот эта грубость ножек, они станут, опять же, девственно мягкие, гладкие пяточки, пальчики. И просто постоянно поддерживаете вот эту вот мягкость, чтобы кожа не грубела. Потому что как только она загрубела, наросты появились, да, кожные вот эти мертвые. И после этого начинает кожа лопаться просто. Лопается и ничего хорошего из этого не выходит. Вот. Ну что, я вас благодарю за внимание. Пожалуй, мы с вами все прошли, что я хотела рассказать. Напоминаю вам еще раз, что вы можете приобрести себе вот такой волшебный футлярчик для помады. Не забудьте указать его код в заказе. А заказ вы можете делать, объединив его с заказом из каталога. И помните, что у вас есть время только до 7 сентября, и количество продукции в распродаже может быть ограничено. И если вы прям 7 сентября вечером пойдете делать заказ, то может быть такое, что какой-то продукции на складе уже просто не окажется. Я вам желаю супер приятных покупок, потрясающих вкусных ощущений и, конечно же, результатов, тех, которые вы хотите получить от продукции. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!